Приветствую вас на канале Боевые Дварфы, с вами Максимилиан Джонс, и сегодня мы с вами играем в игру под названием Дварфенштейн. Это новенький серьезный сэм защиты башен. Мы с вами играем за боевого дварфа, который отбивается от толп монстров. Сегодня мы вместе с вами заценим геймплей, и поэтому не будем ждать и приступим к игре. Погнали! Нормально. Нормальные звуки, что происходит. Мы, видимо, готовились к чему-то. Я, по-моему, видел одно видео, где какой-то лысый мужик накачанный головой вертел туда-сюда и такие же звуки издавал. Угу. Так, предположим, мы добываем, и нам, видимо, надо обороняться. А с него падают кристаллы. Что это такое? О, ну вот это уже другое дело. В обучении такого не было. Есть какое-нибудь оружие? Нет, у меня, походу, кроме кирки ничего и нет. Братишка, у тебя есть что-нибудь? Нет? Ты все потерял? Все, следующая волна идет. О, что-то лежит снизу. О, вот это тоже можно добывать. Блин, надо их остановить, они уже сверху, наверное. Так, это какие-то бегуны. Тихо, не расходимся, замораживаемся. Куда ты пошел? В паровой установке, гад. Блин, я бы хотел свой револьвер, но его что-то мне не дают. Так, это что за огромная херня? Вам нужно оружие. А где оно? О, вот оно! Ну, другое дело. Или нет? Что-то слабо как-то. Попробуем его заморозить, но хрен у нас получится, конечно. Братишка, ну давай уже, откисай. Куда можешь тебе в голову стрелять? Блин, он уже рядом. Что это такое? Почему он задница ко мне повернулся? Давай. Готов? Да, все, упал. Блин, там еще один такой. Ну, по-обычному нормально бьет. Так, ребят, замораживаемся, стоим на месте. Не выпендриваемся. Блин, хотелось бы чего-нибудь скорострельного прям. Блин, это говно сейчас подойдет сюда? Блин, оно уже здесь. Так, я кирку его захреначу. Блин, всего 10 урона, нет, не пойдет. Держись. Да я знаю, что under attack. А что я сделаю? Я пытаюсь, все, я его заморозил. Это огромный кусок камня. Так, это еще что за говно? Это еще что за говно? Почему оно летит на меня? Нет, не стреляй. Не слабо они отнимают так-то жизни. Капец, они знают паркур, это ниндзя! Блин, а чё они такие жесткие? Капец, меня только что унизили. Братишка, вставай, ползи, ползи к жизни, ползи к свету. Блин. Да я знаю. Блин, ниндзя меня раздражают уже. Так, надо эту штуку заморозить как следует. Капец, он там трюки исполняет. Вы что, каратист бывший? Так, готов. Блин, надо еще что-нибудь собрать, пока они не пришли. Может, еще что-нибудь снизу валяется? Кстати, кристаллики надо собирать, они вон справа у нас появляются. Так. Блин, ну это серьезный Сэм уже какой-то на минималках. Блин, как меня ниндзя раздражают, а? Сейчас бы автомат какой-нибудь сюда. Куда ты пополз?
Блин, под хилочку бы сейчас. А, понял, этих уродов надо замораживать, иначе никак. Отлетай. Что ты делаешь с моей буровой установкой? Блин, так не хватает какого-нибудь навыка, их так много было в обучении. Так, ребят, отвалите от меня. А вон хилка упала. Сколько? 4 под хилу? Блин, что там по буровой остановке? Еще жива. Так, нормально. Держимся, держимся. Our base is under attack. Давай, 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 замораживайся, гад. Это последняя волна. Все, стой, смотри, как ты умираешь. Game over. Все, игра закончена. Фух. Фух. Уровень пройден. Это акт первый только был. Я могу менять бойцов. Инженер, электрический и ганнер. Хм, за кого бы мне сыграть-то? Я могу еще что-нибудь разблокировать. А кто чем стреляет, мне интересно. Вот этим мы играли с вами. Ты чем у нас стреляешь? Воу. Поприкольнее выглядит. Это обычный пистолет. Я им играл в самом начале. Давайте попробуем за этого персонажа. Мы можем что-нибудь разблокировать сейчас. Ух ты, вот это я хочу. Меня как раз хватает. Все, пойдем за него. It's off the fight we go. Блин, шикарно. Но это на вторую звезду, это, видимо, посложнее сейчас будет, чем была первая. Так, надо все добыть бы здесь. Пока эти гады не пришли. Блин, они уже пришли, чё? Я все пропустил. А, чёрт, вот это мясо пошло. Как вы уроды, а? Отвалить от моей буровой установки. Давай. Опа. Готов. Ой, бедненький ползет. Ты что, отстал от своей команды? Жалко, парни. О! Ну вот, другое дело. С такого приятно стрелять, только она перегревается. Блин, эти гады застряли, они куда-то в другую сторону бегут, они испугались меня. Уроды, получайте. Ребят, вы что-то подзастряли. Вам кубики мешают пройти, да? Ох, придется переспускать уровень, я считаю. Но кристаллики я набью и покажу вам следующий уровень. Давайте-ка попробуем новый уровень, я думаю. И пойдем опять же за нового персонажа. У меня даже есть чем его разблокировать. Ммм? Есть еще перки какие-то. Хм, прикольно, прикольно. А это что? Это прокачка, видимо, его самого. Блин, ну прикольно, прикольно. Давайте посмотрим, как инженер управляется. Я немножко разобрался, оказывается, у каждого оружия есть вторая способность. Для этого надо нажать на Shift и стрелять. Так, ух ты, черт, какой уровень-то здоровый. Здесь, наверное, что-то уверен будет интересное. У нас есть револьвер, то есть вот он может прицеливаться на Shift. Ай, а что по нам стреляет? Ну, понятно, это просто оружие с прицеливанием. Да, да что меня бьет? Ух, щит. Ну, вот это получше выглядит, чем до этого. Блин, ну их слишком много. Ага, это урон больше наносит, чем предыдущее, что пилами стреляет. Блин.
Слышь, ты чё? Сейчас отъедешь. А куда тебе надо стрелять? Ты и сам себе наносишь урон. А это что за ребята? Ребят, вы не прифигели? Это моё. Ага, ему надо в тело попасть. В броньке. Так, готов. Все лагает люто. О, это мини каменная. Готовы. Блин, там какой-то дым, видимо. У меня здесь, кстати, несколько установок. Вот же еще одна. Так, ребята, отвалите. Это какой-то босс, что ли? Надо его добить с помощью правой кнопки мыши. Блин, это будет повеселее, конечно, персонаж. Нормально. О, сундучок. Это мне. О, это тоже мне. Что это такое? Блин, там какое-то дерьмо было. Фак. Ой-ой-ой, как больно глазам. А чё, где еще кто? А, все, следующая волна. Блин, вот этот черт мощный. Но не для моего орудия. Готов. О, шаман какой-то. Я, по идее, щит могу забрать его же, да? Блин, ну уже поздно. Блин, братишка, я хотел у тебя щит забрать. Отдай. Отдай щит. Нельзя? Ну ладно. Не страшно. Ты что делаешь? Это моя буровая остановка. Ой, уроды, куда побежали? Блин, это чертовы ниндзя, как же я вас ненавижу всех. Вы еще с двух сторон, гады. Готов. Так, сразу несколько. Блин, опять дурацкий сундук. Черт, я совсем без жизни. А, готовы? Легко. Не чувствуется. А, готов. Блин. Что-то почувствовалось немножечко. Блин, зачем ты меня пинаешь, урод каменный? Ладно, мы справимся, я верю в нас. Let's get to fighting. Блин, нифига их там набежало-то. Блин, какой-то вертолет появился. Так, ну мне нравится, что этот убивается легко с помощью этой штуки, с помощью коломета. Так, блин, ну здесь опять говно, да? Да, я понял, вообще не подбирать их лучше. О! Блин, уже следующая волна. О, черт, мои любимые вертолеты. Но этим персонажем вообще их легко убиваешь. Я не знаю, зачем брать остальные. Классы. Ох ты чё? Три жизни. Сейчас убьют. Сзади никого. Блин, если не считать этих гадких ниндзя. Блин, большой долбит во всю. А, все, да блин, откуда? Блин, ниндзя. Я все-таки боевой дворф или кто? Или двор? Let's get to fighting. Ах, зажали, гады. Так, что-то полезное было в сундуке в этот раз. О-о-о.
Главное этих гадких ниндзя убить, и все будет нормально. Куда ты поскакал, урод? Не трогай мою установку. Готов. Не надо. Не лезь. Блин, я хочу вот это еще, я не успел. Но... Ладно. Ну, это было поприкольнее, конечно, чем в предыдущей первой уровне. Ну что ж, я готов к финальному бою. Я прокачал своего инженера, я открыл ему все пушки и еще один навык. Так что погнали. Я вам скажу, что инженер это имба в этой игре. Фу, все, я готов. Ну что ж, погнали. Так. Опа. И смотрите, что я открыл. Пулемет! Правда, он перегревается, конечно, но у меня есть пистолет скорострельный на этот случай. Блин, ниндзя, конечно, люто раздражает. Так, я хочу попробовать еще свой навык новый. Вот только на ком. 25 секунд ждать? Блин, я с ними быстро справился. Можно кристаллы пока подобывать. Так, новый сундучок. Блин, что это? Ну все, погнали. Так, здоровых нету? Нету. Ну вот это арбалет, конечно, это вообще бомба. Просто выносит только так. Еще и несколько целей, ну шикарно же. А если близко подошли, то включаем пулемет. Опять изи, вообще не чувствуется. Я так навык не применил свой. О, сейчас попробую. А, это пулеметная турель у него. Ладно, берем. Так, пусть она меня защищает. Я надеюсь, она меня защитит. Вроде помогла немножко, но ее быстро уничтожили. Изи, почти не чувствуется, так ведь? Двух великанов. Пара выстрелов. Так, где мой арбалет? Вот и все, изи вообще. Куда ты пошел? Это мои буровые установки, не твои, гад. Отлетаем, отлетаем, дружненько отлетаем. Понимаете, я успеваю всех убить до следующей волны. Блин, вот вертолеты я терпеть не могу. Вы что, друг друга подкиливаете? Так я с одного выстрела вас убиваю. Так, это что-то новенькое. О, эти помощнее будут. Так, мне срочно нужен пулемет. Блин, они еще и камнями стреляют, гады. Let's go.
Куда ты там пошел? Готов. Второй. А что, в упор сложно, да, кинуть камень? Так ведь? По бедному дворфу. Кто следующий? Покажите мне их. Блин, они шлагают там. Блин, это помощнее будет. Там еще стрелок у него сверху. Оу, щит. Ёбаные ниндзя. Пулемет, срочно. А, это не пулемет. А, это взрывная установка. Я все время думал, что это пулемет. Блин, ну ладно, на будущее. Все, что ли? А, нет. Изи. Так, здесь какой-то особый уровень. Надо его все-таки заценить перед следующим этапом. Давайте что-нибудь еще прокачаем. Прыгайте быстрее. Выше. Не-не, давайте вот основные попрокачиваем. Все, let's go. Хочу увидеть финальный бой. Айхо, it's off the fight we go. Ну вот это что-то годное. Так, ну здесь без пулемета я не обойдусь. Так, и мне нужен взрыв-пакет, срочно! Взрывайся уже! Что делает этот навык, интересно? Блин, надо было прочитать перед тем, как его использовать. Оу. Так, ребят, подождите, я пытаюсь подняться. Но это будет сложный бой. I'm warning you. Every stone's a dream. Давай, давай, да, давай. Где, кто еще? Покажите. Хилку вижу. О, молот можно подобрать. Так, какой-нибудь закинуть. Где? Блин, я промахнулся молотом, что ли? Так, теперь R. А это что у нас? А, вот это уже пулемет. Блин, да кто в меня стреляет? Откуда вообще прилетает? А, это лучники гадкие. Блин, не то взял. Быстрей. О, черт, сколько их. Ладно, ничего страшного, я справлюсь. Вот этого говна надо избавиться, главное. Изи, изи. Было бы. А где я? А меня больше нет. Пацанчик-то реально умер. Так, мы оживаем. Ты там что, где там? Это моя буровая остановка, отошел.
Ни хрена здесь молотов от них осталось. Ну шо, уроды? Я готов. Блин, эти уроды подхиливают его. Беги. Оп, готов. Ай, черт, толпа ниндзя! Фу. Аж за 30 секунд до конца. Надо будет тут все пособирать. Блин, я не успею, наверное. Что у нас здесь сверху? А, нам туда нельзя. Ну, вижу сокровище. Ну все, пошла жара. Ну, выходите, уроды, по одному. Я ж по одному просил. А не толпа уродов с катапультами. Блин, эти подхильщики. Все? Легко. Легко. Не понял. Не. О. Серьезно? Серьезно? Че? Ему надо в грудь стрелять, он железный человек. Ну это вообще, это что-то детское было. Ну что ж, дорогие друзья, на этом завершаем наше сегодняшнее видео. Мы прошли акт первый. Это было довольно-таки тяжело в начале, пока мы для себя не открыли инженера, который просто здесь имба. Если это видео наберет лайки и просмотры, то мы обязательно запишем продолжение. А теперь я поделюсь мнением о данном проекте. Что я могу сказать? На самом деле довольно драйвовая игра. Не знаю, экшена здесь предостаточно. Первые уровни, конечно, были слабенькие, даже баг нас повстречал, но остальные уровни уже кишат прям накалом. Главное выбрать нужный класс и научиться им играть. Также не забывайте его прокачивать с помощью предыдущих уровней. Собираем кристальчики, открываем навыки, открываем новое оружие и просто тащим. Озвучку почему-то для заставок еще не завезли, возможно, к релизу подвезут, так как я играю в предрелизную версию, но в целом я остался проектом доволен. На самом деле мне давненько не хватало чего-то подобного по типу серьезного Сэма, я думаю, это отличный проект. Все будет зависеть, конечно же, от цены. Если будет адекватная цена, то проект можно приобрести всем фанатам серьезного Сэма, если же цена будет завышенная, то сами понимаете, что придется подумать, стоит ли тратить на него проект. Но в целом я остался доволен. Что думаете вы? Обязательно пишите в комментариях. Ну а с вами был Максимилиан Джонс. Подписывайтесь, ставьте лайки и выпейте пиво за моего дварфа. Чао!